души твоя стезя, в руку бледную от лобзаний не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, и руками не потянусь. Восковую святому лику только издали поклонюсь. Под медленным снегом стоя, опущусь на колени в снег, и во имя твое святое поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавой ты прошел в снеговой тиши, свети тихие святые слова, вседержитель моей души. Это была песня Эльмиры Галиевой на стихи Марины Цветаевой. А сейчас прозвучит песня Ирины Орещенко, музыка Лидии Чинарёвой. Вечер сыдом на июнь, облака остыли, разлетятся только дунь, как частицы пыли. Неразборчивая речь речкой под скалой, как же мне тебя беречь, коль ты не со мною? Как же мне тебя беречь, коль ты не со мною? Вязкий сумрак лег в траву, словно одеяло. Я зову тебя, зову, неужели мало? Я могу тебя понять даже с полувзгляда. Как же мне тебя обнять, если ты не рядом? Как же мне тебя обнять, если ты не рядом? Остывающий костер гаснет, как планета. Ветер крылья распростер, отметая лето. Звезды скрящуюся нить держит месяц острый. Ты позволь тебя любить, это очень просто. Ты позволь тебя любить, это очень просто. Для нас выступала Наталья Коренева. Она так быстро-быстро сбежала со сцены, например, раз и исчезла. На самом деле, спасибо, что ты к нам добралась. Вот. Приходи чаще. А наш вечер продолжает поэзию. Я приглашаю на сцену Светлану Романовну. Сначала я хочу поздравить с микрофоном. Да, люди громко говорят. Сначала хочу всех поздравить с праздником. Небольшое стихотворение. Прольется день дождем хрустальным, но не печально, а легко. И в этот мир неидеальный войдет на цыпочках любовь. Она раскроет удивленно свои волшебные глаза и позовет тебя из дома, зарей окрасив паруса. И уведет в иные дали, одной улыбкой маня, стирая беды и печали, меняя ход календаря. А ты
За миг ее объятия дойдешь до краешка земли, чтоб прикоснуться к кромке платья ее величества любви. Продолжаем аплодисменты на Светлану Романенко. Друзья, вы кто опасается даже чего-то, да, берите с собой тексты. Это не стыдно подглядеть в бумажку или в электронную записную книжку, куда вам удобно. Пусть под рукой будет, не волнуйтесь. И вообще, на самом деле, у нас вообще не страшно, у нас не кусаются. Кузьма, мы все всегда приезжаем, всегда приезжаем для того, чтобы тренироваться, репетировать, особенно после там, больших перерывов. Не, ну многие из здесь присутствующие выступающие, конечно, не играют, но я для зрителей поясняю, да, что наша сцена открыта, у нас нет предварительной записи, выступают те, кто пришел сегодня. Программа строится прямо на ходу. Так что, в принципе, у каждого есть возможность выступить на нашей сцене, принять участие в концерте. Вот, я наговорилась. Шумгам прошел, да, ну, технически на классе в зале всегда есть. А на сцене у нас Юрий Хабаров, друзья. Добрый вечер, рад вас видеть всех в добром здравии, хорошем настроении. Постараюсь в направлении этому продвигаться. Честно признаюсь, случайно зашел сюда. Раньше освободился на другом мероприятии, думал, почему же не навестить хороших людей. Поэтому сразу предупреждаю, что не готов к программе, которая обозначена сегодня, но думаю, что кривая она, да, барду только в руки дай гитару, куда-нибудь обязательно выйдет. Но начну я с песни, которая непосредственно... Сами знаете, что любовь – штука такая дифференцируемая, как я обычно говорю, от любви к женщине до любви к родине. Поэтому любую песню можно к любви подтянуть. Вот будем сегодня этим подтягиванием и заниматься. И начну я с песенки, которая называется «Сероглазка». Ну, это о той самой любви, которой мечтает каждая присутствующая и не присутствующая здесь женщина. Вовчик, мне можно? Ты прости, сероглазая, право прости, разошлись непредсказанно наши пути. Нас обоих жгло полымя новых дорог. К счастью, стрелочник вовремя выполнил долг, и вагон мой шальной поменял колею. Заблудился отвой, покатился на юг, оборвал мановением легким творец сеть путей сообщения наших сердец. Жгло стеариновой горечью душу мне майскую полночью. Эхом гуляло по комнате, было ли правда ли полноте, чтоб не тронуться разумом. Из берегов я лечил себя джазом, до первых снегов под армстронговский рокот меж явью и сном, разбавляя синкопы дешевым вином. И когда серебром сыпануло с небес, под четвертым ребром рассосался рубец, подтвердился предтечи великий декрет, только музыка вечна, а прочее нет. Держит пожизненным узникам, в сладких цепях меня музыка, и суждена мне, так мыслю я, вместе со смертью амнистия. Но я знаю, как только отплачет зима, даст команду подкорка, и рухнет тюрьма бертонов и терций, порвется кольцо, и потянется сердце за новым рубцом. Вот такая дурацкая доля моя, вот из года вертаться на круги своя. Бог не создал сезон, где метель журчат, где дано унисон мне любить и скучать. Видеть меня, вот он я, курточка демисезонная. А что прячешь, парень, под курточкой? А где календарик, минуточку?
следующая песня тоже о той любви, которая, как утверждают, регистрируется там. Там за облаками. Две лошадки. Я Америку не открою, это всякий скажет сам, что дорогой столбовою жизнь порою кажется. То ли ведра, то ли осадки, год за годом, день за днем, мы с тобой, как две лошадки, то плетемся, то несем. Мы с тобой, как две лошадки, то плетемся, то несем. Мы одни за все в ответе. Этим первым дан был старт. На телеге наши дети и другой домашний скарб. Два характера несладких, ты гнедая, я гнедой. Мы с тобою две лошадки, запряженные судьбой. Мы с тобою две лошадки, запряженные судьбой. Славно было доженить бы, это давние дела. А теперь не закусить бы ненароком у дела. Чтобы не было промашки, жизнь устроена хитро. Мы с тобой в одной упряжке и должны бежать синхрон. Но порою без лукавый нас стремится расколоть. Я налево, ты направо, и к чертям вся инахать. Чтоб финал не вышел тяжким, свои страсти охладим. Мы с тобой в одной упряжке, и квет для нас один. Вот мчатся, силы вянут, оседают выдому. Ребята шеи тянут, тоже просятся в хомут. Примем вправо, друг любезный, томно сзади рысакам. Им бежать рысцою резвой много далее, чем нам. Распуши, старушка, хвоста, пей копытом веселей. Очертания погоста, видно все отчетливей. Финиш будет непременно, нам ли этого не знать? Хорошо б одновременно грудью ленту разорвать. Хорошо б одновременно грудью ленту разорвать. Стихнут траурные речи, и помчимся мы с тобой. Но теперь уже по вечной, поднебесной столбовой будет радостной и гладкой та счастливая стезя. Мы с тобою две лошадки, друг без друга нам нельзя. Мы с тобою две лошадки, друг без друга нам нельзя. Вас, друзья мои, но мои виртуальные, значит, респонденты в различных социальных сетях до сих пор меня забрасывают вопросами по поводу того, видел ли я фильм о пресловутом дворце и какое к нему имею отношение. Фильм я видел, отношение имею, я его выложил, изложил в коротком стихотворении. А во дворце известном, в кальянной золоченой, диванчик интересный, четырехмиллионный. И на диван тут, глядя, я представляю явно девчонку-крошку Надю, умершую недавно. Ее спасли бы верно, и жить бы дальше дали. Но вышло очень скверно, валюты не собрали. И на диван тут, глядя, из шелка золотого, я вижу гробик Нади и ничего другого. Следующая песня к любви не имеет никакого отношения, но, несмотря на то, что написана на четверть века назад, актуальность ее не исчезла, и вы с этим 100% согласитесь, услышав даже только название. Песня называется «О болезнях, их профилактике и пагубности самолечения». Поднимите руку, кому это не интересно. То есть у вас все уже, да? Все, вариантов нет уже, да, никаких. Понятно. В песне есть два места, которые требуют пояснения. Во-первых, свои юные
розовые годы я прожил в небольшом городке на Кольском полуострове, который называется Мончегорск. Градообразующим предприятием у этого города является комбинат «Северникель». Такое замечательное экологическое предприятие, которое в мою пору дымило порядка 30 труб. Но поскольку комбинат строился под управлением Лаврентия Павловича Берии, то роза ветров была учтена очень хорошо, и, в общем-то, всю гадость уносила в сторону от города. Но иногда ветер поворачивался, природой не пошутишь, поэтому пресловутые маски, которым хоть год там бы не спасли, все ходили в противогазах. Да, это первое надо помнить. А второе, в песне будет произнесено слово «зверь». Вот мужики, сидящие в зале моего возраста, помнят, что на грани 80-х-90-х годов, когда в нашу несчастную страну хлынуло огромное количество импортной водки, в том числе была водка голландская, литровая, на которой было написано латиницей, читалось по-русски «звер». Ну, естественно, ее сразу «зверем» и прозвали. Водка была действительно аховая, с двух рюмок укладывала любого мужика. В этом месте мне из зала иногда кричат с трех, ну, специалисты всякие есть, да. Так что... Очень жалко, что ушла девушка. Услышите слово «зверь», имеется в виду водка. Итак, о болезнях, их профилактике и пагубности самолечения. Жизнь не вечна, мой любезный. Лет так 40 погодя, выползают все болезни, как грибы после дождя. Счет предъявится к оплате. И напрасно не божись, что здоровья, дескать, хватит на оставшуюся жизнь. Я недюжинной чеканки, тут, конечно, повезло. От помора и крестьянки мне здоровье перешло. И если предки не решились жизненный уклад сменять, вот тебе крест, я помер в силе лет так в 95. Ох вы, юные забавы, ох вы, ночи у костра, вспоминают вас суставы, если дождик льет с утра. Но скучна периферия, в город молодых маня, поглотила индустрия папу с мамой у меня. И простая аксиома не сдержала их побег, то, что длинный рубль весомо укорачивает век. Получала оборонка стратегический металл, и со всеми я, мальчонка, ядовитый газ глотал. И назло ветрам порочным, что шумели за бугром, никель рвалась прочно наше грешное нутро. Ох, вы шлаковые сбросы, ох ты хлорный аромат, мои легкие под осень, вспоминая вас, хрипят. Пища наша щитокаша, от хвори издавна, диарея или кашель, профилактика одна. Батя с радостью лечился, спирт за ужином пия, и лечиться приучился с той же радостью и я. Если б знали супостаты, изменились бы в лице, что на их невредный атом есть у нас простой рецепт. Ламинарии полезно, стопоря глушить очаг, водка с йодом, как известно, нуклеидом первый враг. Ох ты, вредная антанта, ох, коварный Пентагон, но против нашего таланта упираться не резон. Плоть над возрастом не властна, и шагнув за Рубикон, к сожалению, стало ясно, что здоровье не вагон. И пора так не печально чтить минздравовский декрет, и рецепт универсальный не на пользу, а во вред. Буря мглою небо кроет, месяц сгинул паразит, у меня желудок ноет, и печенка тормозит. Видимо, пора в больницу, ведь на медне в выходной так стрельнула в поясницу, что забыл про геморрой. Но сосед меня подначил, заманив на сетра. Не подохнешь, говорит, от болячек, так залечит доктора. Я остался, стиснув зубы, хлопушнул стакан зверя, и ура, пошла на убыль боль в районе пузыря. Вылечил вторым печенку, третьим остеохондроз, а четвертым с самогонкой подавил хламидиоз. Дальше право помню плохо, так боролся кем и с чем. Ясно видел только Леху, хотя зрение минус 7. А когда пришел из мрака, прочитать табличку смог. Наркология, однако, слава богу, что не морг. И хрипел паском пробитым, проткнутый катетером. Слава, слава эболитам, слава добрым докторам. До меня ценней клиента явно не было видать. Защитились 3 доцента, на моих болячках знать. А студенты те коллективно норовили приходить. И самый, видно, перспективный обещал установить. Провалявшийся покрова, я увидел лишь одно. Видно, помереть здоровым мне отнюдь не суждено. Так что, Леха, благодарствуй, я отмаялся, кажись. Наливай давай лекарства,
Нафиг мне такая жизнь. Спасибо. И завершу я выступление песенкой, которая называется «О некоторых нюансах терминологии». У меня есть товарищ, живущий в Мурманске, очень хороший человек, прекрасный исполнитель, очень интеллигент, сам по себе. Мы с ним переговариваемся довольно часто. И вот однажды в беседе он обронил фразу, которая стала точком к описанию песен. Я вам фразу эту говорить не буду, вы ее легко сами вычислите. А когда я работал над песней, учитывая то, что приятель мой с большим пиететом относится к творчеству Александра Аркадьевича Галича, мне захотелось песни сделать как раз вот в таком галическом стиле. Ну, кто знает творчество Галича, легко это дело почувствует. Мой приятель, Господа, осчастливлен в рай намерен. Ой, дайте, пожалуйста, да, это. Не знаю, что это с водой обычно. Ну да. Так я ее привез, он разлил по растет. Черно она осталась. Приятель, господам, осчастливлен. В разных сферах он с энергией и пылкой, как сегодня говорят, креатив. А по-русски, если с творческой жилкой, может он и то, и это, и третье, но имеется одно исключение. Невоздержанный он на междометье. Если кто к его делам без почтения, он филолог, если честно, но работает в порту, в комбинациях словесных марку держит еще ту, и такое льется в уши, что уже не раз, ни два его музыку, в кавычках, послушать приезжала и братва. Прихожу к нему на медне, не в суе, а с бутылочкой и с спелым гранатом, а он на кухне, понимаешь, колдует над каким-то непростым агрегатом. В агрегате что-то плещет активно наподобие вулканической лавы. И догадываюсь интуитивно, часом ты не будешь, что для забавы. Настроением матюками мне испортить мудрено. 20 лет с буровиками довелось работать, но подобные рулады и в мечтах не доходил. Ну а тут такие клады мне приятель приоткрыл, как он взвился, аж сошелся слюною. Ты глазунью-то, говори, с Божьим даром не путай, гонит тот, который скуцает душою. Кто не умный, примитивный и мутный, а который творческий, озаренный, кто талантлив. Не скарит тот, кто в жизни неприходяще влюбленный. Чтобы вас не удручало, перевел я налегке, как бы речь его звучала на нормальном языке. Но пока вещал он страстно, я стоял, как памятник гор безмерно, за прекрасный и могучий наш язык. А потом мы самогоночку пили под негромкие и светлые песни, и над нами музы стаи парили, и не вычислить мгновений чудесней. Шел домой я, и уважен, и понят, сам с собою философски гутаря. Как же много среди нас тех, кто гонит. Как же мало среди нас тех, кто варит.
Спасибо. Ну, я, конечно, знакома с тем, кто не знает, это же для тех, кто знает, у нас выступал Юрий Хабаров. Мы вспоминаем, записываем, кто не знаком, вот, обращайтесь, встречайтесь, такой есть прекрасный автор. А сейчас, друзья, все вот спрашивают, будет ли перерыв? Будет, но не прямо сейчас. У нас вот сейчас еще будет одно действие перед перерывом. Нет, два. Но про второе не скажу. Первое. Значит, многие из вас, ну вот в зале, да, посмотрим, да, вот у меня записалось, по-моему, сегодня 15 артистов, брать не буду, да, но в зале у нас вот сейчас вот 40, примерно 6 человек, приблизительно. Ну, потому что входят, выходят, я немножко сбилась. Соответственно, большинство из нас все-таки здесь, из нас, вот я просто так говорю, зрители. А зрители что любят? Они любят слушать и любят подпевать. А подпевать часто неудобно, потому что слов не знаешь. Поэтому давайте учиться петь, у нас есть тексты. А на сцену выходит Вадим Елисеев, а мы сейчас с Олей быстренько раздадим тексты и будем петь вместе. Да, я заметил такой интересный момент, когда у нас здесь был вечер «Поем вместе». Вот лучше всего заходят песни, в которых повторяются две последние строчки в каждом припеве, потому что в первой все услышали, какие же там наконец-таки слова, а во второй уже можно их повторить. Есть такой момент. Но сегодня мы с вами будем осваивать три песни, и первая из них принадлежит авторство Александру Николаевичу Лобановскому, у которого, кстати, завтра будет день рождения. А сколько лет ему бы исполнилось? 86 лет ему бы исполнилось в этом году. И сейчас мы с вами вспомним, а кто-нибудь, может быть, и узнает, его замечательную песню «Романс о свечах». Все готовы? Сейчас всем надо будет подпевать. Причем с самого начала тексты у всех есть, поэтому, я не знаю, слов уже не прокатывает. Давайте. Дождь притаился за окном, туман рассорился с дождем, и в беспробудный вечер, и в беспросветный вечер о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном, сгорая плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном, сгорая плачу свечи. Казалось, плакать им о чем, мы очень праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи. Мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи. И свечи плачут за людей, плачут, то сильней, и осушить горючих слез они не успевают. И очень важно для меня, что не боится воск огня, что свечи плачут для меня и тихо тают. И очень важно для меня, что не боится воск огня, что свечи плачут.
без меня. Как все распелись-то сразу, замечательно. Ну а теперь, это же не просто так, это мы готовимся к летнему сезону. Вот летом поедем куда-нибудь в лес, я надеюсь все-таки, что все это когда-нибудь кончится, все эти запреты, мы поедем в лес, будем петь песни, и вот там это все вспомнится, там это все пригодится обязательно. И вот сейчас будет песня как раз про леса, про походы. Музыка Розы Чинбарисовой, стихи Игоря Сидорова. Люди идут по свету. Люди идут по свету, им вроде немного надо. Была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь, но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь, но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды. Городах не блещут манеры аристократов, но в чутких высоких залах, где шум суеты затих, страдают бродяги груша, бетховенские сонаты и светлые песни Грига. С вами получается такой прекрасный хор. На живой струне всегда любили петь хором, еще в Кузьмиловском доме культуры это было. Но вот сейчас мы будем
продолжать развивать наше мастерство. И Александр Городницкий у геркулесовых столбов. Сейчас темп немножко поактивнее будет. Давайте соберемся. Все-таки песня такая. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня оплакать не спеши. Ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня оплакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом чужим, в чужих маяках не спи. Еще к тебе я доберусь, узнает сам, когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков у геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Пусть над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока твоя родня меня не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока твоя родня меня не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вина сладкие не пей, и жениха не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вина сладкие не пей, и жениха не верь. Большое спасибо, друзья. Большое спасибо за поддержку, за то, что мы спели эти песни вместе. И я очень надеюсь, что мы теперь будем делать это чаще и чаще. Наверное, каждый раз. Спасибо.